Каждое слово каждого из более чем 300 миллионов жителей США, включая, возможно, младенцев, могут слышать или читать американские спецслужбы. Сегодня миру это поведала британская газета Guardian, напечатавшая очередную порцию разоблачений бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. По данным издания, американская разведка не только прослушивала телефонные разговоры в США и Европе, но и читала текстовые сообщения. Причем не только СМС, но и всю информацию, которая технически могла находиться в телефонах. Местонахождение абонента, его контакты в адресной книге и сведения о его финансовых операциях. Согласно данным Guardian, агентство национальной безопасности США перехватывало около 200 миллионов СМС-сообщений в день по всему миру. Скандал разгорелся с такой силой, что потребовался серьезный ответ Белого дома. Он не заставил себя ждать. 3 часа назад, выступая в Министерстве юстиции США, Барак Обама серьезно дал понять, что процедура сбора данных, которая использовалась до сих пор разведведомствами, отныне будет выглядеть по-другому. Реформы, которые я предлагаю сегодня, должны внушить американцам большую уверенность в том, что их права будут защищены. Но в то же самое время наши разведведомства и правоохранительные органы сохранят возможности, которые позволят им укреплять нашу безопасность.